Аномально холодная для конца мая погода. Дыхание Арктики ощущается практически на всей европейской части России. Вот кадры из Вологодской области. Даже не верится, что они сняты минувшей ночью. Снег прошел также в Тверской, Нижегородской, Архангельской областях. В нескольких регионах пришлось опять включать отопление. Обещают небольшой снег и заморозки в Подмосковье. Вообще этот май в столице вошел в десятку самых холодных.